Доброе утро, моя любимая страна. Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром. Сегодня хорошее утро у вас, ваших близких, знакомых, друзей, соседей и, конечно же, у ваших питомцев. Наша сегодняшняя рубрика «Породные особенности». Породные особенности породы лайки либо хаски. Порода, которая красивая, пушистая, о которой много снимает фильмов, имеет одну определенную особенность. Особенность — неврологическое заболевание под названием идиопатическая эпилепсия. Тяжелое неврологическое заболевание, которое сопровождается неврологическим расстройством. Животное падает в ступор, возникает припадок и так далее, и так далее, и так далее. И вот данная особенность передается по наследству. И есть всемирная статистика, что каждая седьмая собака в мире страдает данной патологией. Поэтому пользуйтесь и знайте о данной подсказке. Спасибо большое вам за просмотр наших историй. Будьте здоровы, вы, ваши близкие и, конечно же, ваши питомцы. Всех благ и хорошего дня!